Послушайте, призывают всех любителей поэзии. Под таким названием в Первоуральске пройдет марафон, принять участие в котором смогут и поэты, и чтецы. Встреча объединит любителей стихов со всей Свердловской области. Поэтический марафон пройдет в инновационном культурном центре 20 марта. Сейчас организаторы формируют список участников. Чтобы в него попасть, необходимо до 10 марта оставить заявку на сайте, указанном на экране, с пометкой «Послушайте». Поэтам и чтецам предлагается представить не больше 4 стихотворений. Важно, чтобы в строках не было ненормативной лексики, порнографических образов, призывов к насилию и дискриминации. На сцену может выйти любой, кто любит стихи. Выслушать обещают каждого.